Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 28 сентября. Мы находимся в одной из теплиц Каменка-Днепровского района. И сегодня хотел бы вас ознакомить с новым гибридом итальянской компании SSM. Гибрид называется Signora. Вот так выглядят такие плоды. Давайте мы с вами посмотрим, сколько кистей на данном растении. Выборки уже делались. Сейчас фермер делает шестую выборку. Вот первая кисть уже убрана. Вторая кисть, видим, что было 5 плодов, тоже убраны. Эти готовятся к уборке. Третья, следующая кисть. То есть, как мы видим, плоды крупные, выровненные. Вот кисть. Вот наша кисть. И самый верх растения. То есть растения прищиплены. Давайте посчитаем. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая убрана. И фермер оставил дополнительный пасынок, на котором тоже есть плоды. И вот два убрана. Данный гибрид отличается хорошей завязываемостью, очень выровненными плодами. То есть, как мы видим, вот какая кисть. Плоды все одного размера. Вот так вот выглядит гибрид Signora. Вот, посмотрите. И уже убрано. Данный гибрид обладает высоким потенциалом, подходит как для первого весеннего оборота, так и для зимнего, для осеннего. Всем спасибо за внимание, хороших вам урожаев.